хотела вам сказать по поводу, значит, проекта закона СБН о семейно-бытовом насилии. Есть такая информация, что негласно в некоторых квартирах уже устанавливают прослушивающие устройства определенные. Возможно, еще каким-то образом что-то похожее на видеонаблюдение. А перед этим идет шум, звуки в стояках, сверление. Ну и, соответственно, после этого вот происходят такие вещи. Значит, в чем это заключается? Когда семья дома, и ребенок бегает, прыгает, веселится, да, то есть когда дети в квартире, извне в это время все звуки стихают, то есть так или иначе становится тишина. Там может у соседей быть 5 детей, может быть какие-то еще звуки, собаки там лают и так далее. Ничего не слышно. Или слышно, ну, как-то очень отдаленно, очень отдаленно. Хотя обычно всегда все слышно. То есть в квартирах в соседних наступает тишина. Где-то, вы понимаете. Когда вы ложитесь спать, когда дневной сон, вечерний, в это время... все оживает в других квартирах там, или в какой-то квартире, особенно где дети. Там бегают, прыгают, шумят. Там. То есть все звуки начинают слышны быть очень хорошо. Понимаете? И так происходит регулярно. Не один и не два раза, понимаете? А конкретно каждый раз. Вот. Это заставляет задуматься. Перед этим, еще раз повторюсь, идет какой-то звук в стояках, то есть что-то в это время куда-то вставляется. Вот повод, да, задуматься. Что мы можем сделать здесь? В своей квартире мы имеем полное право установить то же самое. То есть мы устанавливаем какое-то устройство, которое будет вестись круглосуточно и записывать... то, что происходит у нас в квартире. Да? Это будет видеозапись или хотя бы голосовые какие-то вещи. То есть мы должны себя защищать. Если к нам приходит, мы можем предоставить эту запись. Так как если какой-то сосед, который захочет пожаловаться на нас, или другой недоброжелатель, который захочет заявить руководству с этим законом, да, вот, какие-то права на нашу семью, то мы можем чем-то противостоять этому закону. Соответственно, решать вам, делайте выводы. Всем вам желаю счастья, любви, добра в наступающем новом году, 2020. Спасибо за внимание.